Привет! Вы на канале «Семья на чемоданах». Мы решили съездить отдохнуть на несколько дней на запад Крыма, чтобы накупаться в чистейшем море. Кто не знает, запад Крыма называют еще крымскими Мальдивами. Здесь белый песочек и прекрасная вода. Мы тут не первый раз и постоянно выбираем автокемпинг «Санса». Сегодня я проведу вам обзор по этому кемпингу, поэтому полетели! Итак, это автокемпинг «Санса». Как я уже сказал, находится он на западе Крыма в селе Оленевка. Территория достаточно большая. Здесь можно отдыхать с палаткой, в автодоме, либо арендовать коттедж. Это главный вход. Именно здесь осуществляется въезд и выезд. Тут сидит охранник, у которого можно купить ваучер на интернет и оплатить питьевую воду. Ваучер на одно устройство, кстати, стоит 25 рублей в сутки, а питьевая вода 4 рубля литр. Также возле въезда слева есть туалет и летний душ. Он уже включен в стоимость проживания. Также есть техническая вода. Справа от кемпинга есть замечательный пляж «Экстрим», благодаря которому ваш отпуск не будет скучным 100%. Тут каждый вечер дискотеки, бары и рестораны, кинотеатр под открытым небом, кстати, бесплатный, скейт-парк, футбольная и волейбольная площадка, фотозоны и куча всего интересного. И даже есть детская игровая, детская анимация. А теперь вернемся в кемпинг. В кемпинге на пляже стоит два ресторана. Мы кушали и в том, и в том. Тут хорошо. Широкий песчаный пляж. В этом году случился запрет на установку палаток на берегу, и это, конечно, к лучшему. Теперь тут пляж как пляж. Также установлены кабинки переодевания и душевые. На пляже стоят коттеджи, несколько штук. Панорамный вид на море и закат. Прекрасно. В кемпинг можно приехать и заселиться в их штатный автодом. Тут огромное количество автодомов разных размеров, разного качества, с разной территорией. Приезжайте и выбирайте. Главное заранее договориться. А можно сюда приехать, как мы, с палаткой, со своей, и разместиться. Стоит это всего 250 рублей с человека и 100 рублей за машину. Это цена на сутки. Также в кемпинге есть электричество. Можно протянуть к себе в палатку. Мы так делаем постоянно. Если же вы едете в Крым со своим автодомом, то, конечно, тоже можно. Администратор вам покажет, где встать, и вы будете отдыхать. А вот еще туалет. А еще в этом здании есть горячий душ. Стоимость 100 рублей. А вот тут справа есть техническая вода и раковина. А с другой стороны здания есть холодный душ и прачка. Да-да, вы можете постирать свое белье за 100 рублей. Мне кажется, это очень удобно. В целом, ребята, хочу вот что сказать, что автокемпинг «Сансет», на наш взгляд, это топовый кемпинг в Крыму, где в принципе есть все. И плюс вы живете прямо на берегу моря. Вам не нужно почти до него идти. 10 метров, и вот он пляж. Помимо всего этого, что на территории кемпинга пляж, как правило, пустоватый. Ну, по-настоящему мало людей. А на пляже есть водные развлечения, такие как сабборд, ватрушки, бананы, водные мотоциклы. Также можно на экстриме даже взять прогулку на катере и прокатиться вдоль мыса Тарханкут. Это точно рекомендую сделать. Как вам кемпинг? Если вы отдыхали, пишите свое мнение в комментариях. А если вы ни разу не отдыхали в этом кемпинге, то
то как-нибудь сделайте это, заедьте на запад Крыма и проведите хотя бы там пару ночей. Я уверен, вам точно понравится. Ставьте лайк выпуску, пишите комментарии, делайте репосты в социальные сети и, конечно, не забывайте подписаться на наш канал. Пока! Увидимся с вами завтра в новом видеоролике.